Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами рубрика «Внимание на старт». Болейте за наших и сами устанавливайте личные рекорды. Самое ожидаемое событие в мире лыжных гонок состоится 12 марта. Лыжный марафон «Двигатель» более 60 лет радует своих поклонников. И этот год не исключение. Участники определят победителей на дистанциях протяженностью в 3, 5, 10, 30 или 50 километров в зависимости от уровня подготовленности и возраста. Старт первого забега в 10:00. Место проведения – город Зеленогорск, лыжная база «Прибой». Подробности на сайте «О-Тайм». Пришло время стать частью масштабного спортивного события. Снег беговелу не помеха, знают дети, которые предпочитают этот вид передвижения. 12 марта приглашаем самых быстрых и смелых беговелят от 2 до 5 лет включительно на соревнования. В этот день участников ждут снежная трасса и крутые виражи. Начало в 11:00. Место проведения – город Сестрорецк, пляж Северный, дом 3. Подробности в группе ВКонтакте «Центр спорта курортного района». Не пропустите первый беговелостарт этой весны. Большой улов ждет 12 марта любителей спортивной рыбалки. На озере Глубокое состоятся ежегодные соревнования «Открытый кубок по подледному лову». Для победы вам понадобится профессионализм, опыт и удача. В субботу определят победителей как в командном, так и в личном зачетах. Кроме того, у каждого участника будет возможность получить награду за самый крупный экземпляр. Состав команды – 4 человека. Начало – 8:00. Подробности по телефону 667-8210. Приходи, только ты сможешь поймать рыбу своей мечты. И помните, день, проведенный с пользой для здоровья, подарит вам неделю отличного настроения. С вами была Екатерина Иванова. До встречи через неделю!